14 апреля юноармейский отряд военно-патриотического объединения «Русь» Серноводской школы несли службу на посту почетного караула у Вечного огня на площади Славы города Самара. 18 школьников отправились на это важное и ответственное мероприятие, к которому готовились заранее. Репетировали каждый день за школой на коробке. Сергей Васильевич Дудоров у нас занимается напрямую этим направлением. Ребята отнеслись ответственно, выстирали свои белые футболки, нарядились, девчонки нацепили свои банты красивые белые, и мы выехали в Самару. Пост почетного караула организован в преддверии 77-й годовщины празднования Дня Победы. Традиционно в дни государственных праздников лучшие школьники города и области, отличившиеся в учебе и общественно полезных акциях, несут почетную караульную службу. Ребята признаются, что очень волновались. Волнение. По большей части волнение, да. Потому что это очень ответственное мероприятие, которое проводится не в первый раз. И так как мы отвечаем за свою школу, также за район, единственное, кто туда ездил, это было очень волнительно. Волнение ребятам прибавили и зрители, которые наблюдали за сменой караула, туристы, студенты, да и просто прохожие. После несения службы участникам представилась возможность посетить Самарский музей поста номер 1 «Из прошлого в будущее». Мы увидели историю поста номер 1, откуда он зародился, какая была первая форма поста номер 1. Дети смогли познакомиться с раритетами даже, вот что стояло именно раньше в этом штабе. Ребятам все очень понравилось, и мы решили, что мы будем выезжать на такие мероприятия впредь. Маргарита Русяева, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».